Ну как заебала просто, травить, когда нахуй уже, блядь. я не могу, мне не хватает на это нервов. На хули, блядь, у кого хватает? Вы те, что сидят и из раза в раз делают одну и ту же хуйню. Вот одну и ту же. Им говорят, так не делай, потому что вот так вот надо делать. Они делают. Нате, воды дохуя, ну ате, блядь. Опять уже водки вместо воды. О, уже начали. Тут проблема не в том, что ты говоришь стоять на одном месте, блядь. Не люблю щиты, мистери, свалите от меня. Минус 5 человек нахуй сразу же, блядь. И метка зеленая на панели. Мистери, отодвинься. Как вы заебали нахуй? Бля, все, блядь, 10 гейзеров все стоит. Что замутать нахуй надо ее, блядь? Согласен. Поддерживаю. Может из-за вашего пиздежа людям не получается сыграть? Сейчас гейзеры будут, смотрите. Рили. Гейзеры в РДД зоне. Сучий будет. Глаз нахуй, рили, блядь. Да стой ты, блин! Не надо, я сам выкину метку. Извергающаяся магия. Вот. Короче, через 5 секунд будут поезда, милишники. Можете уже съебаться от босса и занимать позицию, чтобы не попасть в ебучие гейзеры, блин. О, ну чё вы, блядь. О, минус 2, она. Ну, типа... Ну, минус 2. Нет. Минус топа. Да я забыл про эту херню. Да, да, нахуй, я понимаю, блядь. Ложитесь. Давайте, Сано. Тут виноваты Рили, гусь не портуется порталом. На первых гейзерах вздыхает. И внучок. Внучок, ты понимаешь, в чем ты виноват, братан? Скажи мне, да. Надо бабушку позвать. Или дедушку. Внучок, ты словил урон противоположного света. Вот а конкретно сразу. Чтобы атата сделали. Конкретно, вот он. Я тебе линкую сейчас. Не-не, я... Что-то у меня нет желания идти в ГМХМ, честно говоря. Вот. Это не новая хуйня. Это называется луч скверный. Вон, я тебе линканул. Этот луч зеленый, зеленого цвета. Вот, ты его не должен ловить. Если, еще раз напомню, если ты не понимаешь, как выбегать с лучей, либо вопрись ебалом в стену, как танк, там не проходят лучи, они не шотают там. Либо, блядь, смотри на наджику, нахуй, на того, кто выпрыгивает с одного луча, потом с второго в то место, где прошел первый, нахуй. Если ты это говно не понимаешь, нахуй, твоя задача тут сначала научиться выпрыгивать с этого всей залупы, потом уже ДПС начинать давать. Смотрите, вы, блядь, вот каждый трай вздыхаете, нахуй, блядь. Ну, вы, может, вам, если что-то непонятно, может, вы, блядь, спросите хоть что ли, чтобы вы... Там, понимаешь, быть, это... там все понятно, просто они не видят нихуя. Они нихуя не видят, нахуй, что происходит. Да. Может быть, из РДД, из миликов по 2 человека выслать отсюда. Пусть там посидят. Ну, вон, вторая пати, все пиздец. Куда? Куда выслать? Не-не, вообще, вообще. У нас ДПС и так не хватает, блядь. Какой ДПС не хватает, ну типа... Нету ДПС. Все, принимайте. Рили, нахуй. Если хочется бегать, блядь. Рили, блядь, братан, портал поставь, нахуй. И на гейзере нажми его, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Сейчас будем ГП давать, короче. Уже за прошлый трай дал. Неудобно на совет, блядь. Блядь, еще и сразу дал. Сейчас, блядь, словите, блядь. Я только с просони тупить начал, блядь, сразу въебали. Где отсчет? Я не успел дать, кто-то спулил. Кто-то очень сильно захотел ГП раньше всех получить. Тихо, можешь подвинуться немножко? Ну, сейчас даже пятика не будет. Сейчас будут гейзеры, смотрите внимательно. Гейзеры будут в РДД. Берегитесь. Да ты заебался. А вот этой белой хуйни тоже нужно отбегать легендари. Прям, блядь, вот надо нахуй мне, блядь. У нас луки суицидники какие-то, блядь. Через 10 секунд будут поезда. Через 7 секунд, блядь.
Готовьтесь, отойдите нахуй от босса уже, блядь. Готовьтесь бежать. Хули вы стыки его лупите, блядь. Поезда. Рилли, а ты чё, сдох от метки или чё? А он метку получил, ну, бежал от всех. Зачем ты ему выносит метку? Берегитесь. Так, сюда. Сюда. Сова и шелф, отойдите от меня, пожалуйста. Сама отойди. Конфликт словить? Тебе надо, ты отойди, да? Звучит логично. О, поделили гейзеры, да? Хорошо, поделили, блядь, меня, сука, обложили со всех сторон. Вообще, молодцы, блядь. Спасибо, если того, чтобы это, все, стойте, чильте, хули, блядь. Сейчас пока обосрусь, и типа, потом будете бить. На гейзерах топос на джика сдохли, да? Нет, я от сокрушения, да. Честно. Метка. Сейчас сокрушение кастует. Нам не ловится, как сдох. Гейзеры, гейзеры у нас тут. Потому что говоришь, это иди, всем похуй. Как сдохло-то? Ну, я же тебе говорила. Рядом со мной стоял, чтобы я двигаться не стал, от гейзера сдох. Бегите или умрите. Ну, поезда. Поезда. Берегитесь. Ебать. Ложитесь. Вы умрете. Вы умрете. В смысле, куча человек умерла, а одному мне дали ГП, что ли? Почему? Рилли дали, внучку дали, легендари дали. Топы да. И тому подобное. Сейчас пятеро валялось. Ну, чтобы в меня не бежали. Вы где-то там, блядь, бегаете на окраине. ГП, как правило, дают, блядь, людям, которые дохнут самые первые, из-за которых потом начинают сыпаться все остальные. Или самые виновники. И я не первый умер. Ты первый умер. Ну, если нет. Это легендарий говорит, то ты первый умер. Нет, это Наджика говорит. А Наджика? Вот это сокрушение вроде. Наджика не видел. Но... Ну, так пятеро человек тоже до меня умерло. Ну, ты от сокрушения умер, по-моему, да? Ну, да. Вначале в самом. Там целая куча луж была разлита. Я либо в ДРДД убегать, либо сдохнуть. Ну, лужа уже, это, блядь, к вам вопрос, нахуй, какой, блядь, сносите. Там, блядь, два человека сдохли из-за меток, они не сбежались, а в итоге, блядь, получилось три лужи. В идеале их нести куда-нибудь в угол, чтобы, блядь, ну, потом же по ним же и не бегать с ними. Тут а все по кругу. Да, кто с метками, тот просто к стеночке отходит. И там делим урон. В итоге мне, блядь, я веду спокойно туда. Вы просто на моем пути взяли, насрали нахуй. И просто пол комнаты сразу проебали, потому что просто две лужи кинулось. Че там друид инвалид вообще хилит? Он... А, он хилит. О, ДД его ебануть. Где там бежите так долго? Мне больше интересно, почему у нас луки с ценники берут метку и съебывают туда, где их нельзя догнать. Ну а что, другим не будем давать ГП? Да, и кому? Да что там и кому? Рилли лежал, топы лежал, когда я... А чего он умер? Ну я не знаю, почему. Почему мне и дали? Я повторюсь, Рилли выдали сразу же, причем как только он помер. Ну в этом бою выдали легендарии на джике. Повыше немного чат сделай. Это в прошлом трае. Ты думаешь, сейчас надо дать еще топи и Рилли, да? Да, въеби ему тогда еще раз. И еще там кто-то. Ну, как бы так справедливее будет. Ну, почему только мне дали? Ну, так давай подумаем, за что им давать ГП. За то, что он сдох в метке и к нему никто не сбежался, за это давать? Нет, он убежал от всех. Он просто убежал. В метке никто не умер. Ну вот, и еще раз повторю вопрос. Как ты думаешь, надо давать ГП тому человеку, кто отбежал с меткой, который 70 тысяч дамага дает, и ему ГП давать за то, что у него метка бросилась или как?
Или заранее можно уже давать, когда метки бросились? Как ты думаешь? Метка бросилась на меня, еще на кого-то. Никто в метке не умер. Ну, по крайней мере, я видел, что никто в метке не умер. Ну, смотри, Топа сдох в метке. И Рили сдохли в метке. На них бросилась метка. Что, им ГП давать за это? Ты просто подумай. Вот и если твою смерть посмотреть, у тебя сотрясающий удар, 100 тысяч урона там. Вот это реально твоя, ну, твой косяк. То есть это две большие разницы. Их смерть и твоя. Ладно, давайте еще трай посмотрим. Давайте следующий трай по детальнее будем разбирать. Смотрим, кто как косячит. Дай тинту, пожалуйста. Так, вроде все готовы были что-то. А, да, вот дает что-то. Спасибо. Геро? Гейзеры будут в РДД гейзеры. Берегитесь. Метку под танка или к стенке. И все, выбегайте отсюда, сейчас у меня еще метка кинется. Сейчас будут поезда. Через 3 секунды будут поезда. Молодцы, охуенно, блядь, просто. Берегитесь. Метка, убегите, пожалуйста. Посмотрите, скоро будут поезда в РДД. Были уже, да? Вот эти гейзеры. О, вот они, по-моему, да, или поезда. Сука, не вижу мили-зоны. Ой, это БДД-зона. Сокрушение в мили. Кто сейчас от гейзера сдох? Так, братцы, не подходите. Плюсаните в рейд чат, кто сейчас сдох от гейзера, помимо двух меток, которые выносили люди. Берегитесь. Так, те, кто выносили метку, все живы. А, ладно, тогда все можно ГП въебать. Ну, вроде как. Вот ну, Шура умер, когда он нас не... У меня... Я не от гейзера умер. Я ж не знал, что я в порте вынес. Я от гейзера тпшился, а у меня там метки. Ребята, тише. Я вынесу дабл. Поезда. Вы умрете. Какой конфликт? Конфликтный хули. Ну, луч подай черный. Тихо. Черный луч слышал. Короче, ребята не хотят убить босса. Ну, да, походу не нужна шмотка. Походу, да. Ну, первый, блядь, первый нормально, нахуй, под вторые просто, типа... Под вторые какой-то кал, нахуй. Если вы считаете, что вы сдохли не по своей вине, а по вине какого-то пидора, то можете об этом сказать сейчас самое время. Можете опровергнуть. Я не прям так именно конкретно, чтоб пидора. Я сдох по вине какого-то пидора. Я поставил порт, чтоб на гейзере тэпнулся. Вот я тэпнулся, а там уже метка. Но я ж-то не смотрю за ней. Я знаю, что это тэпнулся, сучики пики, а там уже метка. Ну вот как бы. Метка какая, на тебе или челик в твой порт метку выносил? В моем порту была метка. Вот. Ее просто вынесли туда. В смысле, там был человек с меткой, который взорвался, да? А ты не видел, что на твоей метке, типа,
этот, воронка. Нет, я говорю, я от гейзера, вот, были где-то гейзеры, я не помню, где-то примерно тут. Блять, ребята, у босса три способности, нахуй. Ебаная метка, блять, и гейзеры, и поезда, все, блять. Три ебучих способности, которые по очереди даются. Зачем блинковаться в метку, если ты видишь, что он в твоем порту метка? Потому что он не заметил ее, он осознал, что там метка, когда телепортировался уже. А, ну когда умер уже. Ну, осознал. А крутить мышкой непозволительно, да, посмотреть? Да ладно, ладно, все, забейте хуй, блядь. Все, принимайте готовность. Без воды давайте, блядь. Реально, договорились без воды, а теперь еще воду разводим. А когда будет последний пул? Никогда. Кстати, у нас час уже не прошел случайно? Я хуй знает. Давно. Потею, блядь. Последний пул, ну. Неси, Карили. Пацаны, заебало, Рили. Встаньте там, где-нибудь нахуй в стенке постойте, пускай она одна постоит уже, чего, блядь, дрочите ее, блядь. Спокойнее. Мне совсем хватит. Может, сразу убьешь. Да, сейчас будут гейзеры. Смотрите, где они будут. О, в мили гейзеры, в мили хуяк. Заебись. Берегитесь. Охуенно, все живые, блядь. Еще вот вторые переживете, и это, блядь. Победа на Рели ему похуй вообще. Не, к нему в метку просто никто не побежал. Сеста, блин. А, пускай лежит. Так он сам может. Пускай лежит. Бьем дальше. Поезда. Ебать! Умрёте. Нахуй вся эта зона, блять, пиздец просто. Ну чё, и конфликт? Пожалуйста. А кто конфликт словил? Не заметили, кто конфликт словил? Сейчас посмотрим, кто дамаги нанес. Кримзон или кто это? Под танка. Метку под танка или к стенке. Шаман, короче, какой-то, блядь. Ребят, вы нахуй в соло ее. Если в соло, то вы прожимаете кнопочки какие-нибудь. Все, все, ложитесь, все это. Трай хуйня. Если вы соло выносите, вар может шеве нажать, блять. Она его не убьет под шеве. Пал может бабл нажать, блять. Разбойник ничего не может нажать, он может сбежаться только, блять. А вы стоите нахуй к стеночке. Хули толку, что вы ее отнесли к стеночке, если вы стоите один. Вы сдохните просто и все, блять. Рили, ну, для тебя, блять, внутри. Конкретно для тебя, Рили, для всех, кто думает, что метки без баблов, тучек и глыб можно выносить к стене. Вы не выносите метки к стене, потому что когда люди будут к вам сбегаться, они словят, как он называется, прощаешь. Нашу любимую хуйню, которая дает отвлечение. Прощай, Shadow Player, удачи тебе. Этот, как он называется, когда к вам будут бежать к стене РДДшники, они могут накопить стаки. И ну, бегать в дезориентации, так и до вас не добежать. Вот. Как бы имейте в виду. Ладно, я не знаю, есть ли смысл идти в этот ГМХМ 23 или что, или пойдем. Да, я не хочу, честно, идти в ГМ. Ну, типа, ну, я лучше. Я просто представляю, сейчас на груле мы будем руки ловить. Просто, блять, это плюс-минус будет та же самая хуйня, блять. Это ну, уже. Все, короче, тогда не будем тратить. Подождем. На следующем КД, может быть, получше люди зайдут, или может быть те люди, которые сейчас есть, получше станут играть. Сейчас какие предложения есть? Может быть, ТТГ 10 кто-то хочет пойти, я бы сходил. Го. Да, я могу сходить только магом. Че, я и подал сейчас это самое. Да, я да. Только ЦЛК 10 герц. Да, сейчас я схожу, я друидом хочу сходить.